Здравствуйте, меня зовут Алексей Дмитрий. В прошлом году я закончил магистерскую программу «Прикладная политология» на факультете социальных наук Высшей школы экономики. И сейчас я работаю в Государственной Думе благодаря воле судеб и благодаря полученным знаниям и навыкам в Высшей школе экономики. Я помощник депутата, помощник председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Что же входит в мои обязанности? Я занимаюсь аналитикой, как собственно политической, так и аналитикой широкого спектра. В частности, сейчас, как вы знаете, одной из наиболее трендовых тем, в том числе и в политике, является цифровая экономика. И как раз-таки основная часть моей деятельности направлена на, собственно, ее развитие, стимулирование. И в конечном итоге хочется думать, что мы создадим прозрачное, честное и действительно прекрасное регулирование цифровой экономики. Помимо этого еще я учусь в аспирантской школе по политическим наукам, Высшей школе экономики, стараюсь все успевать, действительно нравится, прежде всего одновременно аспирантура и работа хороша тем, что вы действительно чувствуете, как растете и развиваетесь каждый день относительно себя предыдущего. Если вы действительно интересуетесь политикой и хотите сделать жизнь людей лучше, хотите сделать жизнь в нашей стране лучше, то магистерская программа «Прикладная политология» в Высшей школе экономики для вас, наверное, наилучший выбор, потому что здесь вы сможете обрести очень полезные знания, очень важные навыки, вам будут не страшны дедлайны, вы будете постоянно внимательны и сконцентрированы. То есть поступайте на программу «Прикладная политология» в Высшей школе экономики, вы точно не пожалеете.